Ну а злые делать, помню, говорят, что это на стенику бьем и на заводе. Я вопрос задаю слушателям. Поехали как-то с детьми в школу. Мы ездили со школой. В Дивеево ездили там. Проезжали мы. Чернигов. Ну а такие там проезжали. Муром. Я им рассказываю, пока едем. Или вы скажите. У меня вопрос такой вам. Вот смотрите. Перейдем на наш современный такой язык. Эту притчу. Вот представьте, действительно. Сделал человек дачу, купил там работнику на нем. И вдруг поседает за плодами. Убили одного, второго, третьего, поубивали. Какой наивный отец получается. Вот единственный сын, и он говорит, устыдятся. Да надо на каком основании они устыдятся? Почему он посылает отца, сына единственного? Ты стал бы ты рисковать, давайте так, вот у тебя сын. Ты бы стал бы, нет, я бы не послал. Близко нельзя допустить, они уж явно что убивают. Ну да, тебя. Ну понятно, что там... Палачи, не... это из изверги. Так нет, я задаю... Отморозки. Настоящие. Так я говорю вопрос-то. Почему отец послал сына к этим извергам, убийцам? И на что он надеялся? Что они устыдятся? Ну, наивно же это думать, правда? Да. И они не знают, я говорю, вы знаете, я тоже мог, не знал, а потом нашел ответ. Понимаете? Оказывается, чтобы... Сейчас.